Всем добрый вечер. Вы на канале «Сибирская дача на родниках». Вышли вечером на улицу погулять в нашем сквере. Вот такие вот огоньки у нас. Папа с ребенком уже убежали вперед. А я решила заснять вот такую красоту. Елку установили, но еще, по-моему, еще пока она не горит. Открытие у нас будет где-то, наверное, к числу к 25-му только. Все покажем. Вот так вот все гуляют. Хорошо погулять перед сном вечером. А вы любите гулять? Пишите. Интересно. А кругом огоньки. Красота. Снег идет. Небольшой, но все-таки такой вот пушистенький. Вот такая вот целая аллея. Идешь, и огоньки горят. Поверху еще пока совсем не запустили, только частично украшают к Новому году потихоньку город. Вот такая красота. Гулялись, возвращаемся домой. Такая вот арочка. Идем за вкусняшками. Не обходим стороной. Идем в бельгийские пекарни. Прогулка наша подходит к концу. Мама, идемте. Мама, догоняй папу. Догоняй, догоняй скорее. Вот пришли домой, быстренько открыли контейнерок. Вот этот кусочек шоколадный со сметанным кремом купили дочи. А этот кусочек красного бархата я купила себе. Сейчас буду пить чай с тортиком. Ну вот пришли, нагулялись, пьем чай с тортиком. Заварила себе вкусного чаечку. Сейчас покажу, какой вот такой чаек. Чай черный с лепестками роз. Вот. Так что очень мне нравится. Сейчас покажу поближе. Ту-дум. Вот такой вот. Там прямо лепесточки засохли розовенькие. Вообще все предпочитаем пить зеленый. В пакетиках чай мы не пьем. Муж пьет зеленый чай, крупнолистовой, без всяких добавок. Я тоже привыкла уже. Поэтому пьем только зеленый.
Какой чай предпочитаете вы? Пишите в комментариях. Интересно узнать вкусовые пристрастия своих друзей. Покажу сейчас тортик. Красный бархат. Вот такой. Сейчас будем снимать пробу. Нормальный тортик. Вкусненький. А вы любите вкусняшки? Я люблю. Но вкусняшек поешь, потом набираешь лишнее кило. Тоже не есть хорошо. В общем, золотой середины, походу, нигде нет. Поэтому вроде как Скарлетт. Об этом я подумаю позже. Или завтра. Поэтому кушаем сегодня, будем думать завтра. Что будет? Встанем на весы, а там лишнее КЗ. Вот. Пишите, какие торты вы любите. Вот. Я люблю всякие. Так хорошо на улице погуляли. Погода отличная. Снежок такой еле-еле идет, но тем не менее такой пушистенький. Со дня на день мне должна прийти посылка с AliExpress с доставкой на дом. Дочь с зятем заказали мне трипод. Поэтому, как только получу, обязательно сделаю обзор посылочки. Самой интересно. Сейчас у меня такой небольшой трипод. Они мне заказали 1,20 м в высоту. Вот. Для лучшей съемки для мамы. Вот. Сегодня максимально. Будем. Помощнице моей. Да. Так, понравился тортик? Красный бархат? Да. Понравился больше, чем твой? Добавляйте эти покупки. Пока. Буду за мамой. Пока-пока, иди ешь тортик. Скоро спать ложиться уже. Давай, пока-пока. Я буду играть и взять, и есть. Давай, иди будешь играть и кушать. Ладно. Друзья, если вам понравился обзор, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы узнать, что нового выйдет на моем канале. Рада вам всегда. До новых встреч. Всем всего доброго. Пока-пока.